там гостей стоит. Я слыхал, да. Там очень много, ты видел? Человек 30. Блядь, делом займитесь, блядь. У вас сейчас 30 человек там стоит, а других 30 людей уже убивают, нахуй. А вас там нет на месте. Нормально оделся, блядь. Финально я заказал себе новый костюм. Да это хуйня, это хуйня, все. Нормально, ёпта. Нормальный дольчик, ёпта. По бартеру. Наряд с того моста к нам бежит уже, слышишь? Сука, не дают спокойно жить нам, вот люди, блядь. Что вам от нас надо? Вы скажите, что вам, блядь, надо от нас, обычных людей? Скажите, пожалуйста. Готов сегодня разъебывать? Я честно, я не знаю, что сегодня будет, даже не представляю. Я не знаю вообще, честно. Мне кажется, будет какой-то охуевший концерт. Наверное. Да, если нам его не сорвут, как обычно, уважаемые сотрудники наших органов. Будешь когда фал читать? Поехали с тобой, брат. А то ты сюда сзади уходишь, друзья, футбол продолжается. А дабы добавить азарта при его просмотре, можешь сделать свой выбор на победителя у моих друзей из OneX. Сейчас возвращаются все топ-лиги, все матчи, а также множество других событий, акций и прочего ищи на сайте, ссылочка на который находится под этим роликом и в закрепленном комментарии. Либо просто отсканируйте QR-код на экране. Используй мой промокод при регистрации Корней и получи бонус до $100 на свой первый депозит. Я бегу по дворам, мусора не догоняют эти улицы. Я никогда не применяю, почему я опять отлегал, убегаю. Я живу как пацан, мусора не догоняют. Слушай, не знаешь, что там сделает УАЗик ОМОНа? Ребят, что делает УАЗик ОМОНа здесь? Подскажите, реально интересно. А я просто СМИ. Я обращаюсь. Я к вам обращаюсь. Как представители власти. Сотрудники стоят на дороге. Мешают, знаете, они пробку создают. Посмотрите, пацаны едут, пробку создают. Смотрите, сколько людей на дороге они собрали. Все по их вине. Вот как? Нет. Я же не буду пацанов, русских, мужиков. Они, ну, красивые, нравятся, тем более на жене, говорят, симпатичные. Блядь, голубоглазые. Снимай больше, снимай больше. Их дрючат. Да, ну, просто дрючат. Он говорит, я сам не знаю. Взяли, да и все. Что он исполняет просто? Полицейские даже сами. Полицейские сами не знают, что происходит, понимаете, сами не знают. Ничего, не решили покататься с моими друзьями, они находятся, часть их здесь, и просто пришли подписчики, которые нас поддержали. Мы пришли покататься на яхте. Потом мы вышли с яхты, там были мои братья Гуди, Тенэйдж, это рэперы известные. Мы с ними катались, вышли с яхты, сюда подъехало около 5-6 машин полицейских, и пытались там прикрыть там вход. Мы прыгнули и просто побежали в машины, и полицейские, знаете, что стали делать? За нами бежать, хотя мы ничего не делали. Мы у них спрашиваем, что случилось, мужики? А они говорили, что у вас там скопление людей, что нарушение коронавирусной вот этой дистанции? У нас не было скопления. Скопление людей появилось, когда они за нами побежали, там толпа, ну, подписчики увидели, побежали. То есть мы-то с яхты выходили, понятное дело, там толпа с яхты выходит, не знаю, там человек 20 был. Ну, с яхты выходят люди, сколько их там. Слушайте, вот. А что вы делали на яхте? Клип записывали? Мы на яхте катались, записывали клип, катались с своими друзьями, просто в Санкт-Петербурге. Не на яхте, а взяли паромчик у наших друзей, у пацанов, вон там, кстати, и все, и покатались. То есть мы просто, и все, они там собрались, там целая куча малаек. Сначала на стрелке с Стрелковского острова, там вообще их было человек 100, наверное. А яхта в прокат или... Прокат, конечно, прокат, взяли прокат покататься. Сейчас мы сотрудникам полиции закажем поесть. Если уже заказали, уже сюда едет еда, сейчас мы поедим. И отсюда ни в коем случае не выйдем из тачки, пока нас не отпустят. Хотя бы вот они должны убраться просто, не нарушают правила дорожного движения, не надоели. А как дальше будете действовать? Жаловаться куда-то? Как? Мы не будем жаловаться, мы не жалуемся, потому что мы пацаны нормальные. Мы просто вот хотим показать пацанам, что они поступают неправильно, и они должны уехать. А ты этого не знаешь. Почему они когда включают камеру у меня голова? Потому что, например, при этом ты хочешь драться, понимаешь? Ты думаешь, что это весело драться, на камеру драться, понимаешь? Ты вообще думаешь, что говорить на камеру это весело. Они включают свет, и ты... Понимаешь? Жизнь не такая легкая, как кажется. Слушай, потому что я общаюсь, а то, что они... Я, блядь, общаюсь с камерой. Я каждый день с камерой разговариваю, прикинь. Ложусь спать и разговариваю с камерой, чтобы не бояться ее, прикинь. Да мне ее тоже не страшно, я вижу, деле. Конечно. Ты даже начал напрягаться немножко, руками двигать. Улыбнуть, что давить. Давай, не напрягайся. Расслабься, она не кусает.
понимаешь? Ну так что, где бабосы достать? Один из Б. Работать? Я люблю работу, мой друг. Да? Да. Хлеб из пяти. Хлеб из пяти? Конечно. Полезно что-то сделать. Любить, что-то для людей, сделать правильно? Это полезно. Для кого угодно, может, для животных. Почему для людей? Может, для общественности. Просто как бы для сил небесных. Если ты будешь это любить, какая разница? Небесные силы пошлют тебе энергию, денежный поток. Ну, давай, Леш, под конец мораль. Мораль всей басни такова, что никогда не бывает ничего быстро. Нет. Надо любить то, что ты делаешь всегда. Я говорю, вот продай мне, он говорит, я хочу учиться на продавца. Я говорю, вот продай мне бумажку. Я, говорит, не могу ее взять. Он даже, ну, не то, чтобы он не попытался мне продать. Я не могу брать из твоих рук бумажки, тут непонятно вообще, что за сверток. Нет, которая там была, блядь. Ну, ты что там, нет, так не надо говорить, ты что, зачем? Слушай, да ты у тебя столько морали, как надо мне говорить, как не надо, кем мне стать, кем мне не стать. Знаешь почему? Потому что ты подошел ко мне, я не подходил к тебе, вот почему, прикинь. Ты вошел в зону моего комфорта, она такая. Не нравится, можешь уйти, это твой выбор, если ты здесь мужчина. Либо я в своей зоне комфорта говорю, кто здесь мужчина. Понимаешь, что здесь мужчина? Молодец. Yes. Ну, да. Корней, давай тогда вызовем такси. Вызови Корнею такси давай до Кудрова. Давай на машине кого-то похвачу. А, до Кудрова сможешь Корнея отвезти? Куда? Кудрова. Вы туда же едете? Нет, Корней туда едет. Давай, без проблем. Корней, давай тебя в Кудрова. Сзади джейбон стоит. Подожди, джейбацаны, вот такое происходит в Санкт-Петербурге. Пока мы были, кстати, здесь. Сейчас новости написали, что ограбили Сбербанк, кстати, в Василеостровском районе на 1 000 000 рублей. Пока купили нас. Реально. Мы задержали. Короче, друзья, вы все видели сами. Вот, полицейские. Че, рэп — это протест. Протестовать, как бы, музыкой можно. Рэп — это искусство. Вот, мы пели свой рэп, может, не понравился, не знаю. Короче, думайте, сами решайте. Сами все, давайте, всех обнял. Бам-бам-бам. Корни Николаевич. Корни Николаевич, скажите, пожалуйста, куда вы учитесь? Куда вы учитесь, ребят? 17-20? Нет. Закарканец, я имею право. Все, это не будет? Да, нет. А вот это не право. Что не основание, не право. А что значит, почему еще не сказать, что сам лицо? Не может сделать определенное решение? Там будет незаконно требовать, но это не исполняет.